Ну вот, собственно, этот и бак. Зажимаю вперед, двигаюсь назад. Вот я жму вперед, начинаю поворачивать на подъем, я начинаю двигаясь назад. То есть бак старинный, уже давно известен. Только теперь он работать будет. И на ровных поверхностях. Здрасте. На разгоне это не так заметно. То есть, но зато с места мощности не хватает. Ну так вот. Конструкция вон простейшая. Всем спасибо, всем пока.